Друзья, гости канала, всем привет! Мы на пруду ловим карасиков. Сегодня мы с Пашей не вдвоем, а в прекрасной компании наших друзей. Шикарный стол накрываем. Да какой это? Лиля у нас мастерица, котлетки наделала, блинчики наделала. Ну, чудо-женщина просто. Нормально, это ты чудо-женщина. Ну что, друзья, расставили спиннинги, одели опариков, червячков. Посмотрим, что сегодня получится. Погнали, ждем колокольчиков. Первая с работочком. Пока я ела блин, прозевала поклевку на свой спиннинг. Задергался? Да ты же мой хороший. Пока. Вот он идет. Первый карасямба. У-ху! Хороший. Ну что, привет. Номер один. Вот Юлька уже вторую ловит. Молодец. Да, хорош, хорош. Истинно рыбачка. Ну чего? Там супер, наверное. Вот. Опа! Вот. Еще один карасямбик. Ну, ничего, что я тоже. Так, тихо. Ага, такой же. Я его подсекла за пузо. Просто за пузень. Давай, подсекай. Оп. Есть! Не давай слабы. Как так-то? Вот так. Ладно, хорошо, хоть поклевки начались, подождите. Бля! Паш, посмотри за этой удочкой. Это... Ну, он какой-то тр-т-т-т-т-т, это как чебак. Идет. Да. Молодец. Первый. Подсек его причем, да? А, нет, нормально взял. Первый карасямбик. Хо-хо, мои поздравления. Спасибо, отпускаем. Первого в сезоне надо. Да, отпускаем первого карасямбу. Да? Первого традиция. Это у Юльки с Пашкой традиция. Ну все, с полем. С рыбой, я не знаю. Почином. С почином. Да нет, ну, может, маленький. Ты нормально взял на поклевке? О,
Это рыба сегодня капризная какая-то. Вон идет. Ну, маленький просто. Иди, господи. Ну вот. Нет. Номер да, два. Да. Хороший. Валик, это, наверное, тот же. У них один размер. Это тот же. Нет, ну... Ты посмотри, он зацелованный, нет? Ой, господи, ну что там за хрень? Не, у нас и маленькие были, несколько больших было. Ну, как местные говорят, как раз сковородочные. Они такие да? любят, ну, маленьких. Сковородочные. Ага. А бедный брал-то, как будто умирал просто. Чистить-то, блин. Оправдал, но водил хорошо. Хорошечно прям. Ой. Активненький. Идет, идет. Молодец. Ты на кормушку не видишь, они по дну не тащатся, они поднимаются. Ага. Ну, о, молодец. Вот так вот. Одеваем дроздоперму. Ты прикалываешься. Я не хочу руки. Баба на рыбалке. Ну, надо было снять. Снимай. Я вообще-то снимаю, Лиль. Нет. Ты запротоколирована. Давай-давай, учись. Так. Нет, ты сначала из челюсти вот так. Кверху. Ты не вот. Нет. Кверху. В смысле? Ну. А, вон. Точно, баба на рыбалке. Чему ее холю сушить? Понесла его салфетку. Какой мужчина-то жили? Интеллигент на рыбалке. Владик, чуть тебя не схватило. Маленький. Не, встречаются покрупнее, но редко. В том мельче были, еще мельче. Нифига я его подсекла. Да. Офигеть просто. Я не вытащу. Да я со сдуру с... Как долбануло подсекать. Нет, там ага. Я тебе говорю, что нет. Я крутила. Она пустая. Крути, крути. Это что, вот на то? Да прям. Кверху, кверху, сейчас зацепишься. Вот, тащи, 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 тащи. Еще подкручивай, подкручивай. Заберите его. Ой, какой у меня большой-то. Да, Любовь. Нету, говорит, там ничего. Нету, говорит, там ничего вообще. И на червя опять. Большой. Умеешь, да, конечно, нет, блин. Я... Ну, неси. Лилия Батьковна. Твоя первая рыба. Да, Юля уже руки заморала. Да на своего. Хоть сфотографировали первенца. Меня, блин. Хоть бы что ли. Первым-то маленьким. О, Юля поймала. Есть контакт.
Ну, я тебе говорю, что он там есть. И я его подсекла за глаз. Вот, прям в глаз. Он, видать, ходил. Тюкнется, отойдет. Тюкнется, отойдет. Я в глаз подсекла. Идет, идет. Идет? Ага. Малюська вообще просто. Да, мы потом отпустим маленький. Вот только попробуй. Вот только попробуй. Я тебя на поклевке споймала. Есть. Ну, если не сойдет сейчас. Ну, шпиндюклява. Шпиндюклява. Стая подошла. Но стайка подошла. Есть у тебя? Ну ладно, один хотя бы. Юлька хоть довольна. Да не говори, сколько бегать-то уже можно. Лиля, ну давай. Что? Лиля, давай, это твоя сегодняшняя должность. А моя сегодняшняя еда, ты как? Я отлынил от работы. Да. Специалист. Он даже его не съел. Ой, как ты его поймал-то? Он прям даже совсем не зацепился, ну, да? Ну вот он, даже говорю, червячина. Еле-еле в рот засовывает. Ну, они какие-то вялые. Я подошел сразу. Ай, главное, свежий воздух, солнышко. Классная компания. А рыбка так, добавка ко всему. Ну-ка, Юля, тащишь. Блин, да ёлки-палки, Паша. Ну, всё, ну так, все, блин. Рыбалка сегодня вялая. Вообще, у меня просто... Ну и ладно. Зато ты уже вон сколько поймала. У него ничего. Я же говорю, что неестественно как-то тянет он. Ну-ка, что думаешь, зацеп? Да? Зато дно прочистили. Ага, смотри, хороший какой. Юля, вот видишь, я тебя как сняла, вообще хороший. Гигантелло. Да, вообще ништяк. Вот этого вообще хорошо. Огонь, мужчина. Да. Огонь. Значит, вот. Со всех сторон. Красиво. Ай да, Юля, молодец. Thank you.
Есть. Ну, по крайней мере, пока дергается. Блин, цепляюсь. Есть, есть. Да, давай, чё, я же не тороплю. Ну, маленькие уже. Оп, хорошенький. А ты говоришь, это не поклевки, это не поклевки. Причем я его в глаз подсекла. Так ты не ловишь, а косишь рыбу. Ага. Ну и ладно. Зато с голоду не пропадем. Не, не за глаз, за рот. Ох, какой хорошечный. Хорош. Да не, мелковат. Ну, пару крупненьких только более-менее было. Парами? Ладно. Пора домой. Это был мой последний карасямба на сегодня. Так, друзья, посмотрим, что у нас сегодня с уловом. Ну, неплохо, но могло быть и лучше. Брал сегодня карасик плоховаста. Ну, а так-то приличненько. Небо какое голубое, голубое. О, капли прям на экране. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Всем пока-пока. Ну, смотри, ух, хорош. Да, блин. Представляешь, у нас бы еще столько же было, если, ну, бы, да, не если бы сходов много было. Сколько их, да? Вообще много было. 2, 4, 6, 8, 10, 20 есть.